Приветствую вас, дорогие рукодельницы! С вами видеоканал «Белая лилия хендмейд». Сегодня я продолжу цветочную тему и покажу, как сделать красивый летний ободок с крупными цветами из атласных лент. Итак, для работы понадобится атласная лента шириной 2,5 см, которую я нарезала на отрезки по 3 и 2,5 см. Ножницы, пинцет и свеча. Бусины жемчужины диаметром 10 мм и фетровые основы диаметром 3 см. Металлический ободок. Атласная лента шириной 6 мм. Приступаю к изготовлению цветка. Для этого я беру небольшую стопку отрезков ленты 2,5 на 3 см и вырезаю лепестки. Обрезаю каемку и закругляю край. На один цветок нужно примерно 28 лепестков. То же самое делаю с отрезками 2,5 на 2,5 см. Таких лепестков нам нужно 5 штук на один цветок. Теперь все лепестки нужно опалить над свечой, закругляя край. У меня загиб идет на изнаночную сторону. Затем оплавляю боковые стороны лепестка, после чего, помогая пинцетом, делаю две складки у основания. То же самое проделываю со всеми остальными лепестками. Собирать цветок буду на фетровую основу. Приклеиваю сначала крупные лепестки по кругу, не внахлёст, а просто плотно рядом друг к другу. Клею изгибом кверху. В первом ряду будет 7 лепестков. Во втором и третьем тоже по 7 лепестков. В четвертом ряду 6 штук. А пятый ряд собираю из 5 мелких лепестков. Начиная со второго ряда, лепестки приклеиваются между лепестками предыдущего ряда.
середину цветка вклеиваю бусину диаметром 10 мм. Обматываю ободок белой атласной лентой шириной 6 мм, периодически ее промазываю клеем. Приклеиваю цветы к ободку. Сначала креплю цветок в середину ободка, затем от него еще по 3 цветка в обе стороны. Всего в композиции будет 7 цветов. Обратные стороны цветов закрываю фетровыми основами. Ободок с крупными цветами готов. Надеюсь, мой мастер-класс был для вас полезен. И если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Впереди еще много интересных мастер-классов. Я желаю вам хорошего настроения и безграничного вдохновения. До новых встреч! Пока!